Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В субботу в Самарской области облачно, с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, 13-16 тепла днем, ночью 9-11 выше 0. Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака, возможен дождь, днем плюс 16 градусов, ночью 11 выше 0. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность и дождь, днем плюс 15, ночью плюс 11 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, плюс 14 градусов в дневное время, ночью плюс 10, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.